Виснет, что ли, или что? Что происходит? С наступающим. Году у тебя все получится, от всей души желаю. Тяжелая. Могу понять, что. Женек, что молчишь? Расскажешь что-нибудь? А что вам рассказывать? Вы все знаете. Ничего нового. Вы не узнаете. Мне просто одному скучно ездить, я потом в эфир выхожу, с вами сижу вот так просто. Едем и молчим. Едем и говорим. Карнавал. А, Монте-Карло. Радио Монте-Карло. 102,1 FM. Ну, это в Москве, не знаю, в регионе, может, другая волна. Время 2 часа дня, что я зеваю, еду. Ну что ж такое? Take
Take him. Новый год с кем буду отмечать? Ну, с братьями, с вами, с сестрами. Не знаю, с дядей, с тетей. Ну, с родными и близкими. По крови людьми. Привет, Инстамам, привет. Магнитные бури сегодня. Чего сегодня? Какие бури? Магнитные? Заканчивайте. С наступающим, хорош, спасибо большое. Семья — это самое ценное. Серьезно? Прикол какой-то. Я думал, что самое ценное — это когда бутерброд с маслом падает и падает не на сторону масла. Я думал, это самое ценное. Или наклейки из магнита вот эти всякие. Вот это, думал, ценное. Семья, думаешь, да, ценная самая? Ну, видишь, как у каждого свое. Я... Какие мы все разные. На доме два. Ретроградный Меркурий, Жень. Вот и голова болит. У меня голова не болит. Я спать, зеваю, я не могу. Скрипыши, да. Приветик, дорогущий, спасибо огромное, Илоночка, спасибо, дорогая. Спасибо. Когда улетишь, подарки купил? Нет, подарки я еще не покупал. Подарки куплю завтра, а завтра, да, такой день у меня будет. Правильно, завтра, кстати, я, скорее всего, и почувствую Новый год. Завтра поеду за подарками. Улетаю, ну, скорее всего, завтра и улечу. Ну, может быть, 31-го края, не знаю. Поглядим. Поживем, поглядим. Ща, ребят, девчат, тачку поставит папа. Давай, поворачивай, ну что с тобой? Мы мухомор, блин. Ёб тебя за ногу. Обратный отсчет. До нового. Осталось 2 дня. Спонсор рубрики ООО ИК Freedom Finance. Знаем фондовый рынок от Apple до Zoom. Открой до конца года брокерский счет на сайте ИК Freedom Finance и совершай сделки без комиссии при обороте до 1,5 миллиона рублей в месяц. Так, зачем писать очевидные вещи? Та-та-та-та-та-та. Так, пять минут, я пошел. Жень, что бы ты выбрал? Провести Новый год с семьей или хорошо заработать новогоднюю ночь? Провести Новый год с семьей. Я когда слушаю тебя, мне становится легче. Ты даешь дельные советы. Женечка, как думаешь, Салибекова удастся сохранить семью?